Всем добрый вечер. Вот получила ящички. Делаю обзор пока вот двух ящиков. Завтра еще должен один приехать. Вот такой вот мишка, не знаю, первый раз его вижу. Наверное, он что-то будет делать, потому что у него видно глазки тут. Скорее всего, открываются, закрываются. Пока еще не проверяла. Но он очень красивый. Вот такой массивный, большой, классный. Так, тут у нас книжечка вот такая идет, тоже со звуками, футболисты. Так, здесь у нас мешочки, что? Здесь какие-то, это, наверное, наподобие тоже у меня было, магнитные вот такие вот. Одевать куколку, то есть у нее тут одежка, разные аксессуары. Наверное, что-то наподобие такого. Да, вот много различных. У меня тут шапочки. Тоже интересный наборчик для девочек. Так, дальше мешочек здесь у нас, скорее всего, был тоже у меня деревянный конструктор вот такой вот. Тут вот, наверное, английский алфавит. Тоже надо его разбирать, смотреть. Так, тут у нас Эльза, куколка вот такая шарнирная полностью. Волосики, я смотрю, такие надо приводить в порядок. Ну, красивая, фирменная. И вот у нас здесь еще вот такая вот Анна, тоже полностью на шарнирах. Но волосы тоже немножко такие запутанные. Так, здесь будет, скорее всего, я думаю, этот тэч, получается, зоопарк. Потому что у меня был наподобие. По деталям я смотрю, что деталей очень много. Тоже очень интересно. Не, это пока играйся. Очень интересная эта серия. Здесь вот все по пакетикам. Даже вот я смотрю, есть наклейки. Это вообще удивительно. Они прям новенькие, непритронутые. Может, здесь и несколько наборов. То есть я не знаю, я буду уже смотреть. Я увидела здесь, вот есть эта Лёва. Классная эта серия в Тэч Го Го. Они со звуками и вот по дороге. То есть они там издают звуки, когда ездят по дороге. Вот здесь вот такой вот мешочек. Это вот тоже все, по-моему, с зоопарка. Но это очень классная дорога для малышей. Вот тоже они все так по пакетикам сложили. Что еще здесь? Книжечка вот эта. Она с действиями. Здесь вот покрутить, нажать. Вот такого стиля. Тоже интересно. Со звуками. Так, вот это вот что-то я поняла наподобие тоже для изучения английского языка. Такая вот собачка Липфрог написано. Тоже надо проверять. Тут огромная косточка. Так, ну тут вот еще очень много вот. Это мне надо будет собирать, смотреть. Ой, а что там такое застряло? Так, это у нас Молния Маквин. Вот такая какая-то куколка маленькая. Этот у нас здесь такой вот деревянный ксилофон. Мини такие. Паровозик Томас. Это что-то, не знаю. Тоже видно, может, для ванны. Вот эта фирма, кстати, хорошая. Надо смотреть, проверять паровозик вот еще. Маленький. Машинка на магнитиках. Так, вроде все. Вот такой вот. Ой! Мишка, интересно, что делает.